Так, я напоминаю, что мы пишем текст Игоря Алексеевича Бутковского. Называется он «Фата». Я искренне рад, что вы сегодня нашли время и возможность прийти сюда для того, чтобы поучаствовать в тотальном диктанте. Диктант объединяет людей с совершенно разными взглядами, интересами, предпочтениями и продолжает расти. Я, когда писал текст тотального диктанта, очень хотел, чтобы эта история получилась человеческой и понятной, и созвучной, чувством как можно большего числа людей. Тотальный диктант – это в первую очередь возможность узнать что-то новое о русском языке или вспомнить забытое. Сегодня у нас праздник русского языка. Одной из самых больших ценностей, которые у нас всех есть, которые всех соединяют, является русский язык. И от того, насколько будем владеть мы им, на самом деле очень многое зависит.